Дорогие друзья, сегодня бы я хотел рассказать о программе Best Drop. Ну вот она как называется. Ее можно найти в Play Market. Так. Переворачиваем. Нажимаем. Ждем. Это программа для создания музыки. Дабстепов, басов и так далее. Сейчас она погрузится. Ждем, ждем. Так. Для начала я хочу вам показать, как ее настраивать. Так, нажимаем на M. Тянем вниз. Нет, нет. Я вас это. Нажимаем на M и влево. Вот. Так. У вас будет L off. Вот видите, L off. Вот, L-off это значит как бы... Сейчас, вот. Видите? Вы держите и отпускаете. Она дальше не проигрывается. А вот как если вы нажмете L-off и она исправится на лач, то смотрите. Она уже сама как бы. И вот так вот каждую нажимаете. 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 Так. Сейчас, сейчас. А эти я нажал уже. Так. 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 Все нажали. Так, тут есть еще пианино. Так, вот нажимаем на N, тянем вниз, выходим сюда. Ну, когда мы нажали лач, везде. Сюда заходим. Сейчас, вот. Ну, как-то так. Ну-ка, ну. Чтобы зайти в пианино, нажимаем на вот это вот и вправо. И тут. Можно громкость больше сделать вот тут вот. Сейчас. Вот все. Так. А, вот еще. Не рассказал. С помощью стрелочек можно поменять, какой звук издают ноты. Вот и все. Сейчас покажу еще раз, как она называется. Вот. Bass Drop. И все, друзья. До свидания.